о нелегальной добыче и добыче с нарушениями сегодня говорили и в Киеве на заседании комитета по вопросам пользования недрами. Инициировала дискуссию Федерация работодателей Украины. Главная цель – улучшить законодательную базу по добыче, уменьшить сроки получения разрешительных документов. Сейчас эта процедура затягивается на 1,5–2 года. Возможно, потому добытчики и идут нелегальным путем. Со своей стороны в правительстве пообещали уже в декабре изменить кодекс по пользованию ресурсами. З огляду на те, що, ну, на жаль, в країні бардаку хватає, не тільки по газу такий видобуток нелегальний є. Він є і по піску, і по глині. Потрібні абсолютно прозорі і зрозумілі правила користування надрами, не такі жорстко регламентовані і не такі складні і в термінах, і в процедурах.